8 mètres. Ouais. Значит, Alors, en fait, les murs, c'est ce qui nous permet d'avoir ces caves qui ne sont jamais sous terre. C'est que les murs, ça varie de 7 à 13 mètres. Celui-là, il fait 13 mètres, en fait, le mur de 13 mètres, вот эти вот стены, которые вы видите, да, это как бы оборонительные. Он говорит, что нам это позволяет, что нам не нужно рыть погреба, а мы можем это хранить. Температуру. Да, абсолютно. Естественные условия для хранения. Пусть вас не пугает, вам кажется, что это плесень. Это очень хорошая плесень, пенициллиновая, да. И главное, руками не трогать, чтобы домой не унести эту полезную плесень. Вот. Конечно, это не та плесень, не те дрожжи, которые используются для винификации. Они скорее служат своего рода тоже защитой от лишнего света тех бутылок. Le plus vieux millésime. А, je vois 1915. Я вижу 15-й год. Ici, c'est 1865 sur les... 65? Ouais, 1865 sur... 1965. Comment ça s'appelle? Plus toujours, donc. А, plus toujours, да. Здесь Grand Cru, мы его завтра с вами проедем. И у них вообще их специальность в этом доме Шансон, где мы находимся, это вина вокруг Бона. Они так называются Бон. И там есть, помимо того, что мы делаем вина классификации Виляж, которая называется Бон, еще есть 46 отдельных так называемых клима, участков, у них у каждого свои собственные. И вот из 46 у них чуть больше 10, и это их особенное, знаете, как видите, автограф, да, вот этих вина. Мы с вами попробуем эти вины и другие, но вообще дом достаточно богатый, достаточно много производит вина. Вот эти бочечки. И сито ли вам блян белый?